В Алматы разоблачена группа, занимавшаяся кражами автозеркал. В ходе спецоперации полицейским удалось задержать 34-летнего мужчину. Он был неоднократно судим за имущественные преступления. Установлено, что молодой человек снимал зеркала с дорогих авто и сбывал их в одной из торговых точек по продаже запчастей в Кар-Сити. Скупщика краденого вычислили по горячим следам. Стражи порядка установили причастность криминального дуэта к 6 аналогичным преступлениям. В основном они похищали комплектующие элитных внедорожников. Оба подозреваемых взяты под стражу. Действия фигурантов квалифицированы по статьям кража и скупка краденого. Там работает отец по имени Раван, предложил мне купить у него зеркала. Я купил ему эти зеркала. Вот за это мне задержали. По информации пресс-службы городского департамента полиции, с начала года количество краж зеркал в мегаполисе снизилось более чем в два раза. Стражами порядка задержано 17 автоворов, а также более 40 скупщиков привлечено к уголовной ответственности. Их признали виновными по 161 факту приобретения и сбыта краденого имущества.